Хотя я тоже киберспортсмен по жизни вообще, даже с таким управлением. Мазочка! Всем привет, ребята, вы на канале RobCat, и сегодня я буду пробовать, как это перевернутое управление, точнее управление наоборот. Вот это поворот! Так, ну да, смотрите, как его сделать. Заходим в настройки, ну то есть шестереночка, вот настройки. И сейчас найду смена управления. Вот оно там, там где язык, вот над ним. Заходим сюда, у нас перенос типа в бой, но это Star Park. Зашли, понятное дело. Вот у нас Star Park. И вот здесь вот кнопочка смена управления. Я думаю, то, что вы это все прекрасно знаете. И вот здесь вот движение атака. Кстати, почему нельзя поменять эмоджи? Давайте еще эмоджи попробуем поменять. Угу. Не меняются. Так, ну вот мое классическое управление. Вот такое. Я всегда так играю. Что? Ой, как необычно. Ладно, ребята, почему мы будем пробовать поиграть непонятно в что. Будем сразу играть понятно что. Кстати, ребята, пожалуйста, давайте попушим клубную лигу хотя бы. Ну, потому что вот посмотрите. Я могу зайти в сезон клубов и посмотреть, кто не играет. И я это прекрасно вижу. Вот у меня, кто не был в сети 5 дней, выбывает. В лиге 4 игры в сезон тоже выбывает. Ну, здесь, конечно, много, но я еще подумаю. Напишите в комментариях, удалять их или нет. Потому что, как бы, и жаль, но придется, думаю. Обожаю, кстати, вот эти эмоции на стул. Погнали на стул, почему бы и нет. ШД, мое любимое. Почему бы и нет. Так. Управление поменялось. Ой, ёх. Капец, это неудобно, ладно. За стул особого скилла пока что не нужно. Ё-моё, нет, отходим. Это так странно. Ой, ящик. Вот это ник, не забивает гол. Забираем банки, потому что я боюсь. Вот так вот, чекаем кусты как-то там. Все, почекали. Так, ну давайте. Ага, это фейковый ли он? Угу. Не, это фейковый ли он? Какой же я... Ладно. Упустим этот момент. Давайте за базу. Ладно. Уже самый элементарный боец. Надеюсь, я за него смогу поиграть. Хотя бы на 0 кубков, точнее, третье место выйду. Нет, не туда даже спанил, конечно. За базу, конечно, нужно только мансить. Сколько я сказал слов, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда у меня 6 банок? За меня все тиммейты делают. Как же мне повезло с тиммейтами, блин. А им со мной нет, потому что у меня перевернутое управление. Точнее, отзеркаленное управление. Вот. Назову, думаю, так видео. Отзеркаленное управление. Хорошая идея. Да прыгни ты! Может, у него тоже отзеркаленное управление? Я не знаю. Надеюсь, нет. Потому что это реально сложно. Так. Ух, пока что никого в кустах нету. Можно почилить. Страшно, конечно, но мы сидим в кустах. Нет, отстань. Отстаньте вы от нас. Бро, что ты делаешь? Ладно. Я тоже сейчас... Блин, еще за вот этими джойстиками фиг что увидишь, реально. Стрелок. А, есть. Вот сюда. А! Плохо.
Я пул, да и куда спамить, просто вот так вот кликать. Бесит. Так, ладно. Давайте возьмем какого-то такого несложного бойца. Ладно. У меня многие просто на 500. Кстати, вот сегодня только закончился сезон. 27 дней к следующему сезону. Офигеть. Сколько мне старок за это дадут? Просто я вот последний раз призадумался вот этих всех на 500 просто поподнимать по одной каточке, чтобы за них дали вот 20 жетончиков, вот. И все. И сделал так. Это реально изи. И мне слили, вот, посмотрите. У меня было 23835. Короче, кому это интересно, кроме меня? Давайте... Не, Нани очень сложный боец. Какой сюда боец будет хороший? Понятное дело, дальники. Или что? Ладно, давайте попробуем наступить на те же самые грабли. Почему бы и нет? Надеюсь, я хотя бы раз выиграю в этом видео, потому что это очень сложно. Ребята, вы можете такое же делать у себя, хотел сказать, дома. Можете сами такое сделать, просто на изи. Реально. Йо. Ой, хорошо. Нет, ну мне... Мне вообще страшно. Отстаньте от меня. Не трогайте меня, пожалуйста. А ты почему там двинулся? Нормально. Зачем я это сделал? Ладно. Еще раз. Конечно, это, наверное, сделали такое перевернутое управление только для левшей или... Или не знаю кого. Нифига, я кого-то прибил! Отстань от меня. Я даже кому-то... Не, ну все, просто, ребята, можно меня уже называть лидером вот этого всего. Только я 3 раза в стену попал. Ну ничего, ребята, это только начало, согласитесь. Я не могу забеймить с Маликом. Сдохни. Да, она сдохла. У меня 9 банок. Офигеть. Плюс 7 кубков уже точно. Мне страшно, ребята. Мне очень страшно. Потому что у меня леворульное управление. Точнее, праворульное, если так точно ориентироваться на машинах. Но не суть. Я прибил ее. Офигеть, я киберспортсмен. Конечно, я понимаю, что здесь скилла особого не нужно. Но, блин, это привыкнуть очень сложно. Реально, привыкнуть очень сложно. Так. Где ты? А, вот она. Артём, погнали их кушать. Ну? А, я не туда нажимал. Я просто... Какой же позор. Ладно, плюс 9. Уже прогресс, ребята. Повезло. Зачем я это сделал? Ладно. Кстати, ребята, надеюсь, я не отвыкну как бы играть за нормальное управление, потому что это какой-то капец. Реально какой-то капец. Ух. Ладно, давайте на каком-то более сложном бойце. Например, на Броке, вот. Будем прыгать. Я, конечно, понимаю то, что это сейчас гаджет не имба. Он только в начале был имбой, а сейчас не имба. Давайте. Тынь. Минус ящик. Ладно, здесь особого скилла не нужно. Давайте попробуем всю катку целиться. У меня руки теперь просто косятся. Какой-то пень. Реально, какой-то просто пень. Я не понимаю. Куда? Вот это да, мы 4 банки собрали. И как мне теперь так... Что делать? Как жить? Это точно.
Мне, кстати, интересно, я ульту смогу нафармить благодаря этой фигне? Йо! Отстань, отстань, Димка, отстань. Попробуем по автоатаке. О, Данил. Ну, я попал! Йо, отстаньте. А что она тоже делает? Ладно. А, у нее, походу, я понял, это, знаете, прятки такие, типа... О, прикольно. Не прикольно. Мортис, отстань. Мортис, отстань. Мортис, молодец. Так, ну, знаете, я вот так вот себе пойду. Ой-ой. Я даже в Мортиса попал. Капец, я киберспортсмен. Вот туда. Я почти прибил его. Офигеть. Офигеть. Тимимся. У меня тимится получается, ребята. Офигела? Ну все, и сейчас капец. Ладно, ребята, я если что не так играю. Ну, кстати, вот это я попал хорошо только что. Прямо вообще имбово. Куда я стрельнул? Почти попал. Я уже начинаю хорошо играть. Офигеть! Офигеть! Мы почти выиграли. Или катка, просто. Ладно, шутка, ребята. Это реально сложно. Вы попробуйте сами такое сделать. Вот это сложно. Реально сложно. Давайте возьмем метателя. Это очень сложно. Сложные бойцы. Все метатели очень сложные. Реально. Ну, многие, многие. Реально, потому что... Так, миномания. Не, вот это лучше. Потому что если я к кому-то подойду... Кстати, почему я только в парные играю? Вот реально, скучно. Давайте пойдем в следующую катку в одиночную. И будет нам повеселее. Надеюсь, в хорошем смысле, потому что... Если нет, то... Ну, ё-моё, там динамайк, это страшно. Я даже... Нифига себе. Я даже как-то попадаю. Блин, давай, ну... Ах ты, зараза, со своей ультой недоделанной. Ой-ой-ой, нет, Рика, Рика, убегай. Такое чувство, то, что все, как и я, играют с вот этим перевернутым управлением. Реально. Потому что не слишком хорошо. Играют на 500 кубчей. Ну ладно, я его осуждать не буду. Поманхим. Ладно, ладно, ребята. Тик это реально сложно. Сложно. Давайте возьмем опять вот этого человечка. Кстати, почему я не взял вот этот скин? Вот сейчас нужно надеяться только на себя. Если бы, конечно, у меня была бы пассивка набита, которую убрали. Да. Вы, надеюсь, помните, там, где он перерождался. Это реально имба. Ё-моё. Заходим сюда. У меня тоже есть это может. Давайте же... Нет. Джек я не люблю тимиться. Давайте тим. Роутен, да все. Что? Что за ник? И затимился, офигеть. Давайте его закрысим. Вот это я крутой. Готим. Ваня, готим. Он затимился. Повезло. Опять есть. Четвертое место. Вот это я крутой тимер. Ладно, давайте теперь без тиминга попробуем. Еще одно испытание. Мега сложное. Нет, только не Эдгар.
Только не Эдгар. Не, ну тебя знаешь куда. Вот туда. Короче, я встану вот сюда. И все. Без Симминга сложно. Давайте возьмем, знаете, я не люблю эту эмоджи, прям вообще не люблю. И возьмем этого, нет, слишком много кубков. Возьмем в парные. Вы меня понимаете, про что сейчас будет просто. Вообще, за Эдгара, кстати, нормально играю. Почему я кашляю вечно? Есть одна банка. Сложно, сложно, но возможно. Капец, я в дерево утронился. Позор. Что сказать? Так как они так попадают? Бомба просто. Вот там Эдгар еще один. Ну все, вам капец. Тим, пацаны, го Тим. Эй, чё? Я на тебя прыгать не буду, даже не думай. Не буду на тебя прыгать. Ё-моё. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Всё делает за меня просто мой тиммейт. Реально. Он киберспортсмен. Мяу. Не то, что я. Не то, что я. С таким управлением. Поправочка. Поправочка. Хотя я тоже киберспортсмен по жизни вообще. Даже с таким управлением. Это просто миллиард самооценка. Конечно, я не киберспортсмен, я просто хорошо играю. Как по мне. Не, отстань. Это реально профи. Вот у него в нике написано правду. Потому что мы на 574 кубка. Ну, считайте на 600, потому что все сливаются, вот, посмотрите. На 600. Ну, там немного разницы, ну, пофиг. В общем, пофиг. 600. Когда-то это было 600, и это станет 600. Для меня. В душе. Да. Фух, ребята, вот это, конечно, да, сложно, сложно. Какого же бойца взять? Надо взять реально какого-то без рофла сложного. Нани, конечно, тоже сложный боец. В одиночные. Я очень рискую кубками ради вас. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, понятное дело, как я не попросить такое. Вот этот умник. Точнее, давай, Тим. О, он закинулся. Потому что я впритык ему ничего не сделаю. Мне как-то хотя бы нужно выживать. Ой, сори. Я случайно. Я автоатачнул. Все, мы кинемся. О, там еще. Так, сейчас. Все, нормально. Теперь мы на одной волне. Так сказать. А почему я только что молчал? В общем, я не знаю, почему я молчал. Но я молчал. Так, я... Макронов. Вот, Макронов хороший чел, реально. Не убивайте. А Растишка? Ты не убиваешь? Не, Растишка. Вот, Макронов и Растишка хорошие пацаны. Может, это, конечно, не пацаны. Там кактус, офигеть! Вот это находка. Не убивай кактус, пожалуйста. Это очень редкая находка. У меня, конечно, есть этот гаджет. Нет! Блин. Жалко, что зона ее прибила. Посидим мы в кустах. Я ничего не делаю, потому что я барышня. Ай. Как бы Пэм тоже барышня, но ее барышней сложно называть, согласитесь. А. Тим. Да, давай, Тим. Все, мы закинем с Динамайком. Вот у нас такой мега-тим-сквад.
Эй, ты чё? Ты Ну всё. Я его забаню. Ладно, у меня нету обинки. Никакой в Brawl Stars. Максимум смачный бебер. Ну, жалко. Жалко. Ладно, ребята, на этом тиминга... На этом, короче, не дорос... Блин, почему я не могу нормально все сказать? Ладно, ребята. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, после того, как подписались. Потому что, может, некоторые скажут, что у них нету колокольчика. Да. Ну, и всем пока-пока.